Козацькі вали. 16 століття. Посмотрите, какая интересная территория. Да. Все сжигалось уже. Посмотрите, какой ландшафт. И вот какие валы. Это же насыпные валы. История. 16 век. И вон, пожалуйста, разрывают. Все растаскивают. Подняться. Интересно подняться на противоположную сторону. Пожалуйста. И уже продается. Продается. Ой. Уничтожается насыпной вал и ковыль, ковыль, кругом ковыль. Вот такие они валы насыпные с ковыль травой. Здесь дорогу уже проделали. Змеевые валы, так они называются, являются самой большой системой земляных укреплений на территории Украины. Эти валы были насыпаны еще во времена скифских племен во 2-3 столетии до нашей эры. В 10-11 столетии во времена Киевской Руси за правлением Ярослава Мудрого валы укрепили и сделали новую оборонительную систему, которая защищала от набегов кочевников. Мы как раз и находимся рядом с этими змеиными валами. Это все в районе Круглика и Иванковичей. И вы видите эти насыпные такие вот сооружения. В принципе, здесь везде такой вот ландшафт, местность пересеченная, гористая. В общем, вот такая история и такое интересное историческое место. Но мы еще исследуем и дальше эти валы.